Сбор урожая еще не закончился. Сейчас горячая пора у лесных хозяйств. На плантациях полным ходом собирают шишки хвойных деревьев. Это позволит обеспечить всю республику лесосеменным материалом повышенной генетической ценности. В помощь хозяйствам новая техника. Как готовятся семена к следующему посеву, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Чинными рядами юные саженцы игольчатых тянутся к небу. На площади 300 квадратных метров растет сосна обыкновенная. Молоднику скоро будет 2 года. Тогда его пересадят на плантации. Сейчас у работников лесохозяйств горячая пора – сбор урожая. Очень кстати пришлась новая техника, поступившая в республику в рамках национального проекта «Экология». Сейчас нам вот дали новую технику, испробовали. Отличная техника, не надо привлекать народ посторонний. Справляемся своими силами. Облегчает сбор шишек с высоко стоящих деревьев. А сейчас уже можно с элитных высоких деревьев, которые уже самые дающие хорошие уже селекционное потомство. Машина крепко стоит на 4 лапах, облегчая доступ к лучшему семенному материалу. А высота здесь 14 метров. Проходим технику безопасности, специальное оборудование, ремни безопасности, пристегиваемся. Урожай шишек со всех уголков республики после сбора отправляют сюда, на Ибресинскую шишкосушилку. На сегодняшний день заготовлено 10 тонн шишек сосна. Сегодня приступили уже к извлечению. В рамках доведенного задания до нас доведено 153 килограмма семян, в том числе 103 килограмма мы должны извлечь семена сосны. От шишки до готового посевного материала путь долгий и кропотливый. Семенной материал отправляется сначала в камеру временного хранения, очищается от мусора, затем в камеру предварительной сушки. На 5 стеллажах по 300 килограмм ароматных шишек. 5-6 дней в сухой бане при температуре от 20 до 40 градусов. Они начинают щелкать и раскрываться. Затем их затаривают барабаны. После суток можно увидеть результат. Отработанные шишки идут на топку, а зола на удобрение плантаций. Такое вот безотходное производство. Отработанные шишки кидаем в печку. За сутки добывается 3,5 килограммов семян. Сырье обеззараживают, сушат, через сито очищают от крылатки. Затем отправляют на хранение. До 5 лет семена ждут своего часа вот в таких вот герметичных бутылях. Только в одной бутыле около 10 килограммов семян. А это 700-800 тысяч будущих деревьев. На этом стеллаже, на этой полке стоят семена одной партии, заготовленные в одном месте, сформированные с документами. И в каждой бутыле лежит кобальтовая бумага для контроля за влажностью семян. Лучшие из лучших из этого семенного склада в следующий сезон отправятся на плантации, чтобы начать новую вечно зеленую жизнь. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.